И всем привет, с вами мистер Стим, и сегодня мы сыграем в GTA 5 онлайн. Режим гонки сегодня у нас, необычная гонка какая-то в городе, я не знаю, просто... Да, это мое первое видео. Хотя какой, блин, вообще я всрал, ой, как я сейчас всрал. Трикруг у нас стоит, блин. Ну ладно, думаю, я справлюсь, и мы приедем первыми. О, тут пешеходами, ё-моё, тихо, полегче, полегче. Брат, братан, братишка, я сказал полегче. Да, сегодня я встал очень... Блин! Ну зашибись. Кто там Волгу вообще поставил? Сегодня я встал очень рано, чтобы записать видео, потому что в таком формате у меня очень редкое видео. На данный момент у меня сейчас одни стримы проводятся. Что за столбы вообще, а? На данный момент у меня сейчас... Стримы по Assassin's Creed серии, вся серия проходит без микрофона, да, это же, потому что у меня микрофон сломался, и я ждал, когда мне придет новый микрофон, и он пришел, и я решил записать видео. И не знаю, нормально он или нет. Как, если вам нравится, как он звучит, то ставьте лайки, и оставьте комментарии насчет этого микрофона, я обязательно прочитаю. На некоторые отвечу, хотя я могу и на все ответить, это быстро. То есть, это весь круг? Нифига себе. Неожиданно. Не, ну победить можно, в принципе, если не это. Не вырезаться во все машины, то впереди тебя. Насколько я? Ну, 7 секунд отстаю от него. У нас люди что-то вышли все. Было 8 людей, а тут что-то уже 5 человек. Ну ладно. Кто-то бомбанул, наверное. Ну ладно, это не суть. Главное сейчас мне выиграть. Это у нас сейчас такая тренировочная гонка перед тем, как взять суперкары или типа спорткары. А так, все, чики-пуки. Бегусто. Играется со мной. Так, все, третий круг. Мы у него, в принципе, на хвосте у первого. У меня вторая из пяти позиций. В принципе, знаете, вот 5 человек это неплохо. Утром обычно и меньше бывает, но вот, например, я перед тем, как начать видео, заходил в хоста, там по 2 человека начинали играть. Ну, то есть я еще только собрали. Так что, ну, это было не в кайф, поэтому я маленько подождал. Вот тут хоп. И мне говорят, заходи, тут весело уже. Собирается народ. Я такой, ну ладно, чё бы нет-то. Ой, занесло! Блин, ну почти догнал и меня заносит. Ну что это за низуха? И там уже почти финиш, кстати, да. Ладно, ну неплохо, неплохо. Второе место тоже. Нормально. Блин, ну то, что занесло, это плохо, плохо. Ладно, нормально. Итак, ребят, мы продолжаем, и тут новая гонка под названием «Искатель приключений». Мы сейчас узнаем, почему она так называется. Думаю, она не просто так она называется, «Искатель приключений». Опа! Все, поэтому мы взяли машинку, эту быстренькую. Я думал, Зенторный взять, но нет. Думаю, это как-то банально, нет. Ну, я смотрю, она тут... топ-машинка. Обошел. Ну, не очень-то топ-машинка. Черт, вот тут... Что? Вот не люблю таких людей. Я смотрю, у нас прибавилось количество народа, но я смотрю, просыпается потихоньку люди. А, зашибись. Ну, зашибись на 7-й, ну что может быть прекраснее, блин. Первую гонку мы на втором месте, и сейчас, блин, мы чё, последний приедем, да? Нет, я так не думаю. Вот сколько тут чекпоинтов? 52 чекпоинта. Здесь один круг. Потому что много 52 чекпоинтов. По всему, блин, дождь.
Так, одного обогнали. Дождь, и, наверное, это по всему городу, да, он уже по главной дороге. Так понимаю. Ну, поэтому искать приключений, понимаете, долго все дела. Ну да, и черт с ним. Знаете, вот черт с ним. Будем ехать без проблем. Дождь и даже не дождь. Потому что это весело. А почему? А потому что я еду 5 на 6. Было 7 человек, блин. Ну бомбят люди, бомбят. Ну что с ними еще? Вот там, вот тут застопились. Аккуратно. Ай, зашибись, зашибись. Оп. Так, спокойно, нет! Урод, такой он. Такие уроды просто. Ладно, возьмем воздушный пакет и будет все зашибись. Будем вот так ехать. Оу, только не подрезать. Найс, 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 просто подрезал, красавчик. 3-е место, хорошо, хорошо. Все, прекрасно. Так, едем, все, пытаемся догнать 2-го. Синий, ну так вообще красавчик. Я имя его не зачекал, не понял, чье имя. Ну, красавчик, я ему скажу, да. Ну, мы тут как раз вот 2-го уже почти догоняем. Он лагает, блин. Обшел я тут, батя. Опа! Как тебе такое? Неожиданно? Нет! Не смей! Не смей! Не смей, я сказал. Пакет! Не смей! Блин, вот настырная собака же, а! Ой, там 2-й. Я такой... Оп! Ха! Блин. Он тоже, да? Блин, это тот черный, нет! Нет, он меня подрежет, нет! Нет, нет, нет! Блин, синий, ты чё его так проворотил, синий? Нет! Черт! Все, вроде отстану, блин. А я 2-й! Я 2-й, нифига себе! Круто! Блин, не круто! Нет! Чекпоинт! Не дадим! Блин, дали. Блин, опять 3-й. О, уже финишировали. Блин, недалеко оказывалось, блин. Все же ты, короче, ляг. Блин. Какой чекпоинт тут всегда. Блин, ну 3-е место тоже неплохо, но обидно, что не 2-е, не 1-е, блин. Ладно, сойдет. Итак, друзья, мы продолжаем, и напоследок у нас тут трюк челяд. Самая, наверное, эпичная гонка в этой серии моей. Вот опять. Почему я опять последний? Что за некруг? Что за невезрюк? Так, блин, главное не вот не лохануться. Самое главное, вот пси не просеять, я помню, да, брод. Брод! Нет! Близ! Братаны! Ой, сори. На, блин. Не хотел, честное слово, не хотел. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, тебе там на гору. Да прости, бро. Я вот, честное слово, не хотел. Вот, вот коль мне врать, вот не хотел. Вот, ой, ой, он нам запищал, прости, бро. Блин, о, нифига я на 1-м месте. Это круто. Это, блин, это влазь, блин, что-то у меня машина, конечно, замедлилась. Машина замедлилась, меня кто-то догоняет. Зашибись, что может быть лучше, конечно. Ну, может, блин. О. Ладно, пофиг. Давай, это 20, не подведи меня, я верю в тебя. Давай, это 20. Должна дернуть у всех просто, понимаешь, что 20. И машина, давай, о которой мечтает 50 подростков России.
Я в тысячах имел в виду 50. Давай. Ты же не настолько плохая, блин. Ты же можешь топить вообще на все пора. Там двое догоняют уже. Давай, ты твашечка. Да. Ну, самое главное, что в поворотах ты 20 вообще просто никому не покурил. Такие повороты просто сексуальные, я надеюсь, это ты знаешь. Как она справляется вообще? Оу, там что, на камне приземлился? Нет? Ну да. Так. Надо в трубу, главное, не промазать. Удел каждого мужика. Главное, не... О, боже мой, нет, пожалуйста! Только не ты, собака детсадовская, блин! Как? Блин, ну че... Пятый, зашибись. Шестой, зашибись. Из скольки? Из восьми, ладно. Ладно. Ну, зашибись просто, знаете. Был второй из... Вот ненавижу таких. Ладно. Ладно, друзья. Но на таком и печальном... проигрыши мы будем заканчивать. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, комментируйте, обязательно рассказывайте, как вам моя серия про GTA 5 онлайн гонки, нужно ли еще снимать с друзьями или еще с кем-то. Спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Here we go.